15 марта, в день 101-й годовщины явления державной иконы Божией Матери в храме на Крови, за архиерейской божественной литургией состоится канонизация священника Александра Адрианова, причисленного к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской на заседании Священного Синода. Богослужение возглавит митрополит Истринский Арсений, первый викарий святейшего патриарха Московского и сия Руси Кирилла. В этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отметит 20-летие епископской хиротонии. Господь молитву